Привет! Начинается пятый день, сегодня пятница, 28 число. Вернулась с работы. У меня, если честно, на сегодня большие планы. Сегодня не хочу уже ничего учить, ничего делать. Сегодня был достаточно такой странный день, особенно после обеда. Так что хочу только отдыхать, вышивать. Еще я... По идее, сегодня готовилась к вышивке мандалы, которую я хотела создать. И пока я к ней готовилась, я уже говорила, что я хотела зайти в Google, ввести мандала вышивка крестиком и начать искать. Искала я, искала, нашла очень интересные такие картинки. Я для себя решила, что я, в принципе, буду из нескольких картинок, которые я нашла, создавать что-то такое одно, но это я буду делать потом. Пока я искала, я наткнулась на несколько сюжетов, которые меня, в принципе, вдохновили на данный момент больше. Это никак не относится к мандалам. Я уже говорила о том, что... Раньше я любила рисовать, рисовала какие-то такие абстрактные сюжеты одноцветными или двухцветными ручками. И, в принципе, после того, как я еще просмотрела вчерашнее видео Настюши, она показывала там раскраску антистресс. Потом... Моя такая вот идея рисовать ниточкой по канве. Смотрите, к нам опять киса присоединяется. В общем, все вместе, как бы я для себя решила кое-что попробовать. И, в общем, сегодня я буду рисовать ниточкой по канве. Нашла небольшой сюжетик, который хочется нарисовать, я его переведу на канву и начну вышивать его крестиком. Вы будете за всем этим наблюдать. Естественно, сегодня много не получится, но сегодня я хочу однозначно перерисовать этот рисунок на канву. В принципе, он несложный. Буду перерисовывать. Сюжетик будет маленький, то есть не буду я придумывать сверх что-то такое. Серьезно, я, конечно, нашла там очень красивую картинку, которую обязательно хочу вышить. Эта картинка, в принципе, такая фотография моей кисы, но в формате вот этого сюжета антистресс. То есть раскрываю такую тайну. Именно после того, как я увидела ту кису, мне так захотелось ее вышить, но это будет, конечно, проект чуть-чуть побольше. Не чуть-чуть, будет большой проект, потому что ну, хочется вышить его большим. Ну, а то, что я буду делать сегодня, это будет такая, в принципе, проба пера. В общем, вам удачного просмотра. Не знаю, что получится, но получится что-то хорошее. Все. До скорых встреч. Вот такую вот картинку я нашла в интернете. Это раскраска антистресс. И вот это вот я придумала. Я решила перерисовать эту картинку на канву. Продолжение следует. И позже вы увидите, что потом я буду с этим делать.
Надеюсь, я вас не сильно шокировала таким процессом, особенно тем, что я рисовала постоянным перманентным маркером на канве. Но я как бы для себя определилась, что все вот эти свои линии, которые я нарисовала, я их буду зашивать темным цветом, а все, что внутри, я буду зашивать другим цветом. И я сделала такую небольшую проверку. Я этот перманентный маркер нанесла на краешек канвы. Я подождала несколько минут, ну, больше даже 10 минут. И я решила постирать эту канву. Постирала, и я поняла, что это совершенно не отмывается, совершенно не пачкает окружающую канву. То есть для меня было важно, что во время стирки, чтобы этот маркер не окрасил, допустим, какие-то светлые цвета ниточек, которые я сейчас выберу. Вот, так что вот такой вот у меня получился эксперимент. Нарисовала я себе, можно сказать, схему на самой канве, перерисовала эту рыбку, которая мне понравилась, которую я нашла. Я, конечно, не абсолютно так же эту рыбку повторила, как она была на картинке, но это еще из-за того, что у меня здесь получается, что я вот крестики, которые делаю через два переплетения нитей, они у меня достаточно крупные, то есть это между 14 и 11 канвой, то есть вот такие вот крупные крестики. И я вышиваю в три нити, и в три нити у меня вышивается очень так, такие пухленькие они прям получаются. Это, конечно, очень хорошо смотрится, мне это очень нравится, поэтому я для себя так выбрала. Сначала проэкспериментировала, мне это понравилось. В две нити я вышивала, оно там просвечивало. Конечно, тоже хорошо смотрелось, но мне вот хотелось увидеть вот эту пухлость и объем в своих крестиках. И я это увидела только в вышивке тремя нитями. Ну и сейчас у меня моя работа заключается в том, чтобы зашивать прям все вот эти линии один за одним. Самое главное мне тут не ошибиться, потому что два переплетения нити. Но я как бы вот с этого края начала, пошла вниз, и в принципе пока не ошибилась ни разу, это меня радует. Нигде я не сместилась на одно переплетение нити, все пока нормально. Во время своей вышивки я останавливаюсь и делаю периодически фотографии. Фотографии стараюсь делать где-то, ну, может быть, пол ниточки я когда-то шью. И пол ниточки это у меня как бы целая длина пасмочки. То есть я складываю эти три ниточки в два раза, заправляю в иголочку и вот так вот шью. Мне лично очень нравится вот эта вот идея. Я выбрала два цвета. Один цвет у меня вот такой вот, более темный. Я им буду отшивать тело этой рыбки. И это такой темный цвет морской волны. Это цвет 924. Им же я буду отшивать еще частично хвостик. И чуть-чуть более светлый цвет, мне кажется, в такой же цветовой гамме, но они достаточно хорошо смотрятся. Мне нравится, как они смотрятся рядом.
То есть это как бы такие морские цвета. Это цвет 501. И этим цветом 501 я буду отшивать это плавники этой рыбки. Ну, наверное, задний плавник я отошью все-таки более темным цветом. А верхний плавник отошью светлым цветом. Черный глазик сделаю, отошью. И хвостик у меня будет... Это темные и светлые цвета в сочетании. Как еще буду вышивать саму рыбку, я не знаю. Но мне хочется сделать очень такие яркие цвета. Мне все-таки хочется, чтобы это была золотая рыбка. Будет исполнять она мои желания. Так что... Мне вот пришла кисонька. Смотрите. Кисонька, поздоровайся. Да, кисонька, как всегда, перед камерой ей надо сразу развернуться. Ну, теперь она опять начинается у кисоньки. Привлекает она к себе внимание. Вот, ну я, в общем, продолжаю. Вот, так что с цветами, по крайней мере, вот эти два цвета для себя определила. И все вот эти черные линии я этими двумя цветами зашью. Сделала вот такой маленький свой органайзер. Мне очень понравилось, какой органайзер сделала себе Катя. Мне кажется, вообще замечательная идея. И вот даже вот тот материал, который я сейчас здесь выбрала, этот материал для школьных принадлежностей, это называется foam paper, но это, то есть это бумага, как, пенящаяся бумага. И мне кажется, тоже из этого же материала пенящегося делают вот эти такие пазлы для детей. Я, кстати, такой же подарок делала своему племяннику. Это достаточно такой толстый материал. У меня как бы тонко здесь получилось, где-то здесь 4 миллиметра, но каждая вот эта бумага по 2 миллиметра, и я ее склеила друг с другом, потому что эти листы бывают обычные, а бывают с односторонней клейкой основой. В принципе, их можно склеить еще и сделать потолще чуть-чуть. Но такая толщина меня лично вполне устраивает. Мне очень нравится, что аккуратно можно здесь все подписать. И так как я там наборчик целый купила, там на 400 листов маленьких, то есть вот такой вот, то есть формата А3, 400 листов, я там купила его за 4 доллара, наверное. Поэтому можно для каждого процесса подписывать новые себе процессы. Но идея, допустим, с изолентой бумажной мне тоже очень понравилась. Действительно, можно аккуратно, вот, допустим, отсюда было бы отклеить и приклеить новую изоленту, подписать. В общем, мне нравится, что люди экспериментируют. Мне нравится это даже смотреть. У всех разные идеи. Иногда это так... Интересно наблюдать, как каждый человек сам под себя подстраивает тот или иной процесс, либо какой-то сюжет, либо какой-то способ вышивки, или материалы какие-то. Поэтому мне именно это нравится на рукодельном YouTube. Вышивка эта достаточно простая. Я понимаю, что, допустим, эту же золотую рыбку, наверное, можно было бы вышить прям очень-очень так красиво, какую-то специальную схему выдумать. Но мне так понравилась идея, что это будет как бы раскраска антистресс. Это будет раскраска моими любимыми ниточками. Это будет что-то лично мое. Я именно так увидела эту рыбку, я подберу именно так себе эти ниточки.
На этой канве я решила это вышивать. То есть это будет на 100% мое творчество. И я нашла схему даже в интернете. Как бы что-то изменила в схеме, именно подстроила под вышивку крестиком. То есть это достаточно простая такая вышивка будет, потому что это все-таки будет такая однотонная зашивка какими-то отдельными участками. Но у меня сейчас, допустим, очень-очень много идей, что бы я еще хотела вышить таким способом. Ну и, конечно, рано или поздно я приступлю к своему большому проекту, где я буду вышивать кошку в таком же стиле. Я уже нашла очень-очень много картинок, которые мне понравились, но одна картинка мне нравится больше всего. То есть именно ее я и буду вышивать. Я думала насчет того, что можно, допустим, вот эти линии вышивать в виде бэкстича, но я, наверное, как-нибудь попробую тоже. Так, вот здесь вот я вышила неправильно, я ошиблась на одно переплетение нити. Ну вот, как оказывается, когда болтаю, делаю вот такие ошибки. Ну, хорошо, что я прямо сейчас и заметила. Мне, в принципе, даже распускать ничего не надо. Какую-нибудь работу, наверное, я попробую отшивать бэкстичем. То есть сначала нарисую эти линии и буду внутри этих линий вышивать одним каким-то цветом. А уже между этими цветами, я когда уже работа будет закончена, буду делать бэкстич. Но это идея будущих моих экспериментов. Но на данный момент я пока буду продолжать, как у меня есть. Работа эта такая средняя, она небольшая, не маленькая. Я на удивление поражена, насколько мне нравится, как оно сейчас получается. Потому что я когда сегодня начала делать поиск вот этих мандал, и потом нашла вот эти картинки антистресс, и сразу у меня в голове возникло столько идей и воспоминаний, и что я хотела и делать эти раскраски сама, то есть как бы тоже купить себе эту раскраску антистресс и порисовать. А потом думаю, если я буду раскрашивать, у меня это время от вышивки будет забирать. И я как бы вспомнила свои работы, которые я рисовала давным-давно, еще в школе, в институте. И они очень похожи, в принципе, на эти раскраски. Поэтому все как-то вместе воедино собралось, и я подумала, почему бы нет? Вот так вот можно же, в принципе, взять, и я сама такой сюжет спокойно могу перерисовать и начну ниточкой вышивать, и посмотрим, что получится. И тем более у нас неделя мини-стартов, прежде чем начинать свою большую кошку, я решила попробовать вот на таких маленьких сюжетов. У меня сейчас даже уже несколько идей появилось, что можно еще вышить. Так что, как бы, я так сейчас для себя поняла, что к чему душа у меня будет завтра лежать, то я и буду делать. Захочу мандалу вышить. В принципе, для мандалы у меня тоже все готово. Все, как бы, картинки я просмотрела, сохранила и общую картину какую-то для себя создала. Ну, посмотрим, что мне захочется вышивать завтра. Завтра мне надо идти на работу. У меня и завтра, и послезавтра не будет выходного, то есть это будет полный рабочий день у меня. Ну, бывает такое иногда, так что, опять же, вышивать я буду только поздно вечером.
Ну и к позднему вечеру я, скорее всего, уже определюсь, что я буду делать, что я хочу делать. Выберу какой-то сюжет себе, подберу ниточки. Буду вам показывать. Сейчас вам покажу, как получается, и в конце я просто вставлю фотографии. Здесь немного поправлю свои крестики. Иногда, когда они неровно лежат или как-то они другой ниточкой немного сдвинулись, я их вот так вот поправляю. Но обычно, когда рядом ложатся другие крестики, это все очень хорошо так выпрямляется. И буду показывать вам свою работу более близко. Так вот у меня получается. Все я себе тут нарисовала. Естественно, вышила я совсем еще чуть-чуть. Очень хорошо смотрится эта канва, на удивление. Вот если вы видите, она синтетическая, но как она хорошо выглядит. То есть это выглядит как натуральная такая мешковина с таким небольшим блеском. При этом все это аккуратненько. Плавничок у меня сверху будет тоже из вот такого светлого цвета. Нижний плавник, вот это самый близкий, будет светлым. Вот тот плавник подальше, буду делать его потемнее. Саму рыбку я тоже буду темным цветом вышивать. Вот у нее глазик, губки. Вот такой вот хвостик. Вот такая вот необычная работа мне в голову взбрела. В общем, пишите, что вы думаете насчет такого проекта. Удивило ли вас это? Или, может быть, вы это уже где-то видели? Мне будет очень даже интересно посмотреть, если такие наборы есть наподобие под вышивку антистресс. Ну вот такой набор, естественно, создать очень легко. Можно любую картинку антистресс перевести на канву и начать вышивать. До свидания. Увидимся завтра в каком-нибудь новом моем проекте.